Сегодня в России отмечают День студента. Накануне праздника молодых людей, активно включившихся в волонтерское движение, ждали награды. В Чувашском региональном отделении партии «Единая Россия» чествовали студентов, среди которых были представители движения «Мы вместе», волонтеры-медики и волонтеры просвещения. 23 человека получили почетные грамоты, еще пятеро награждены медалью «Герой нашего времени» от молодой гвардии «Единой России». В их числе студентка 4-го курса Чувашского педагогического университета Наталья Рахманова. Во время пандемии девушка работала в 39-й школе волонтером-педагогом, заменяла учителей, которые находились на больничном. А Марина Вишнева, уже будучи ординатором, в Новочебоксарской городской больнице работала в составе ковидных бригад, помогала и с доставкой лекарств людям старшего поколения. Это очень важно, потому что в то время поликлиники были очень сильно загружены. Время ожидания в очередях составляло по 4-5 часов, поэтому доставка именно льготных препаратов для пожилого населения, это было очень важно. Очень важно, что вот таких волонтеров награждают, потому что мы работали и работаем безвозмездно, и когда вот ценят нашу работу, это очень нам подает энергию и хочется дальше работать.